В рамках регионального конкурса профессионального мастерства определены лучшие социальные работники. Жюри выбирало специалиста по соцработе, адаптивной физической культуре, заведующего и психолога. В последней номинации победила Анастасия Тимофеева из Ишимского центра «Согласие». Я очень люблю детей, и постоянно находишься вот в этом каком-то движении, в этом детстве, общение с родителями, общение с разными людьми. Это мое. Я рада, что стала психологом, и я этим очень горжусь. Человек должен уметь грамотно и бесконфликтно общаться. Человек должен обладать специальными техниками и методиками и поддержки, и мотивации для поиска ресурсов тем категориям, которые нуждаются в этом. Поэтому это, конечно, грамотные специалисты и, конечно же, это призвание.